Японский ученый стал мусульманином в Турции. Каим Наоки Ямамото изучает ислам и обучает религии Аллаха своих соотечественников. Он приглашает японцев в Турцию, где рассказывает им о религии. До принятия ислама Ямамото перенес серьезную болезнь, которая заставила его пересмотреть взгляды на жизнь. Он начал думать о смерти и о смысле жизни. Во время болезни я начал думать про себя, почему я должен проходить через это, и почему я болею, разве нет никого, кто бы помог мне. И после моего выздоровления я почувствовал, что я должен поблагодарить того, кто спас меня от моих страданий. И тогда я начал задумываться о силе, управляющей этим миром. Там должен быть Господь. Позже Наоки узнал, что в университете Дасиси в Киото есть курсы по основам религии. Молодой человек поступил туда и стал изучать христианство, иудаизм и ислам. В ходе своего обучения он обнаружил, что в исламе есть ответы на многие вопросы, возникшие у него во время болезни. Поэтому он решил больше изучать ислам. Я принял ислам через моего преподавателя в университете в Японии, который также стал мусульманином. В Японии растет число принявших ислам. Стать мусульманином в этой стране просто, но очень важно соблюдать каноны ислама на практике. В Японии мало знаний об исламе. Недавно Ямамото участвовал в международном конгрессе по вопросам обращения в ислам и поделился собравшимся своим опытом духовного призыва в Турции. По словам Наоки, лично его особенно впечатлила моральная и социальная концепция ислама. Впоследствии его очень увлекли исламские науки. Японец и по сей день работает преподавателем в университете Мармара в Стамбуле. После принятия ислама я задался вопросами, как совершать поклонение, что такое харам и халяль. В поиске знаний я отправился в Турцию. Сейчас я возглавляю проект, в рамках которого японцы, ставшие мусульманами, приезжают в Турцию, где я обучаю их исламу и культуре. Помимо этого, они изучают арабский, турецкий и фарси. В настоящее время Ямамото обучает исламу 5 японцев. Также он проводит онлайн-занятия с соотечественниками, проживающими на родине. Среди его учеников Турции 24-летний Хусейн Джумпей Ватанабе. Он впервые узнал о мусульманах из новостей о бедственном положении беженцев из Сирии и Ирака, и позже он решил принять ислам при помощи Наоки Ямамото. Я стал мусульманином 5 назад. Что тогда, что и сейчас в мире много сложностей, в частности в Сирии и в Ираке. В эти тяжелые моменты мы все нуждаемся в человечности.